Друзья, всем привет! Семья лемуров, как всегда, развлекается. Жарко, тепло. Не знаю, жарко или тепло. Вот мне лично жарко. В Ялте, как всегда, жара. Лето, как-никак. Вот, идите сюда. И, конечно же, какие летние ролики без угощения настоящими ягодами. Летними. Эй! Эй, иди сюда. Баловство. Вау, какие они игривые. Совершенно не обращают внимания на посетителей. Я вообще у них тут выпал из поля зрения. Они только между собой развлекаются, играют, кусают, шутя друг друга. Кто-то играет, а кто-то занимается тем, что приводит себя в порядок. Все, игры закончились. Ну, а как же угощение? Я с вот таким крутым ломтиком арбуза. Наконец мне решили уделить внимание. Привет. Ай, какой вкусный арбуз. А, пробуй, пробуй. Сладенький, вкусный. Круто. И это, друзья, слышу, вот у них такие постукивания, пощелкивания. Они с удовольствием, значит, они довольны своим угощением. Смотрите, какие зубки. Огромные. Ай. Арбузик нравится. Я думаю, арбузик нравится многим питомцам зоопарка. Я, конечно, иду к еще одним. Просто лемуров мне хотелось угостить первыми. Ведь это вкусная ягода. И по вкусу она нравится многим. Вот. А у меня тут арбуза много. Смотрите, все похищаю из моего ведерка. Ну, мне не жалко, не жалко. Бери, бери. Да, 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 бери, бери, бери арбузик. Бери. Держи, держи такой. Ай, красота. Обалдеть. Просто здорово. Смотрите, как кушает сладенький арбуз лемур. Обалдеть.
Да. Вкусняшечка. И каждый пальчик нужно облизать, да? Ну-ка, посмотри, что еще есть. Смотри, что еще есть у меня в ведерке. Может быть, сладкий манго? Манго тоже любят, есть лемуры. Кто-то любит играть, а кто-то любит пожевать. Вкусненько. О, наконец-то увидел еще один лемур. Тут они командуют, хозяйничают, да, в моем ведерке. Каждый берет, что хочет. Арбуз. Так, ну, бери. Бери, бери. Что еще возьмем? Арбузик, да. Как жадно, мы хотим взять самый большой. Мне, конечно же, пришлось порезать арбуз на дольки, чтобы всем лемурам хватило арбуза, да и не только всем, им удобно очень его брать, кусочки небольшие. Ну что тебе, вот смотри, маленький дам. Вот, тебе ж удобно, да? Скажи, удобно, 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 я ем. Так, собрал уже эту семью. Что? От, ам, ам. Кто еще? Давай, на. Бери. А, какие вкусные арбузы. Ой, как сладенько. Пальчиками кушают своими. Ну-ка. Хороший, сладкий, зрелый арбуз. На. Я уже весь, конечно, тут в арбузе. Ведь отламывать кусочки арбуза не самая простая задача. Ну что, кто еще? Кому арбуз? Держи. Вкуснота. Держи еще. Держи арбузяку. Все. Пришла самка. А у них, как вы знаете, друзья, матриархат. Поэтому все этой самочке. Она сейчас все съест, доест, попробует. Скажи, вкусненько же, вкусно. Да, и манго. Так что, как видите, друзья, им эти угощения всем очень нравятся. Ну, а мне, конечно же, с вами нравится наблюдать за нашими любимыми питомцами. Лемуры – это, конечно, обалденные животные. Здесь они устраивают переклички, песни, ходят, задрав вверх хвосты, ну и с удовольствием встречают посетителей зоопарка, радостно с ними общаются, и очень няшные. Ну-ка. Держи. Ну что тебе еще? Бери. Ну-ка. Смотрите, все-таки... Ой, побольше откушу, да? Просто скажи, у меня ротик маленький, мне приходится кусать такие кусочки. Сейчас лемур занял очень удобную позу, чтобы мы могли с вами понаблюдать, как лопает арбуз лемур. Да, у них очень узенькие, маленькие моськи, поэтому им не совсем удобно брать большие кусочки. Но, тем не менее, лемуры справляются и с легкостью получают то, что хотят. Арбуз все-таки мягкий и нежный. И поэтому им не составляет труда добыть себе нужный кусочек нужного размера. Ну, а я, конечно же, здесь помогу.
и дам еще кусочек. Держи. Держи, и я буду уходить. Ну что, упал? Где наш кусочек арбуза? На. Держи. Нет, не зубами, лапкой бери. Бери лапкой. Вот так. Ой, как вкусненько. Ам. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да. Быстрее, 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 быстрее. Слышите, да, как чавкает, друзья? Обалдеть просто. Обалдеть. Вкуснятина. Ох уж эти арбузики, да? Быстро, быстро, быстро покушал. Ну давай, на финалочку. Вот такую ягодку. Кусочек манго. Да. Доедаем. Да. Скажи, манго не хочу. Манго не такой сочный, как арбуз. И зелень тоже не по душе. Ладно, тогда мы с тобой прощаемся. На, держи еще кусочек арбузика. Сочного, сладенького. И я иду дальше. Ну а вы, друзья, оставайтесь с нами на наших каналах. Всем отличного просмотра. Всем отличного настроения. Не забывайте приезжать в зоопарк «Сказка» и парк «Львов Тайган». Всем отличного настроения. Теплый привет из Крыма. Пока. Что такое? Не хочешь меня отпускать? Ну все, наелся уже арбузов, я смотрю. Уже даже... Что? Еще один, да? Очень шустро слопал арбуз. Mm-hmm.